Оренбургский областной музей изобразительных искусств вновь радует своих посетителей новой акцией. Акция называется «Бонус». С 17 января по 3 февраля посетители, которые приходят и покупают билет на выставку «Рапсодия страсти» в среду, в четверг или в пятницу, получают купон приглашения. И с этим купоном до 10 февраля посетители совершенно бесплатно смогут посетить выставочные площадки музея. Это галерея «Оренбургский пуховый платок» и выставочный зал, которые располагаются по адресу улицы Володарского, 13. В галерее «Оренбургский пуховый платок» проходит выставка «Династия Шафиковых», а в выставочном зале 1 февраля открывается выставка, фото-выставка Тимура Громова. Я думаю, что всем приятно бесплатно получить приглашение. И делается это для того, чтобы как бы популяризировать наши новые выставочные площадки. Ну, в основном, естественно, посещают больше выходные дни, в субботу, воскресенье. Ну, в течение недели тоже есть посетители. Но в основном положительные отзывы. Вот, потому что не часто в наш город приезжает такая вот интересная, оригинальная выставка. Тем более такие известные имена. Выставка «Рапсодия страсти» работает до 10 февраля, и мы приглашаем всех жителей города успеть посетить эту уникальную выставку.